Гусынька у нас стала хромать. Господи. Вот она сидит, ест, сидя, лежа, можно сказать. Где что сломала или что запнулась, где непонятно. Такая крепенькая, хорошенькая была. Теперь бегает, отстает от всех. Вот так они живут, живут такие хорошенькие, вырастешь их, а потом так жалко становится. Вот что-то случилось же. Вот лежит, я ее в руки брала, у нее ножки. Такой температуры обычной, нормальной, нигде не горит ничего. Что случилось, непонятно. А вот этот гусак, видите, зеленкой покрашен. Он уже с одной подружкой любовь крутит. А подружка у него какая-то одна из вот трех, у которых маленькие пятна на спине. Вот или это, или вон там еще две. Не можем уловить, какая из них. Ой, мои хорошие, я же ведь вам зачем поставила воду? О, Господи. Прям вот лезут через край. Ничего они не понимают. Ничего они не жалеют друг друга. Любая птица, любое животное, народ жестокий. Как ни крути. Вот сидит птичка больная, все равно он на нее наступил и перешел. Вон там или она здоровая, которая птица. Плохо кушает. Господи, как же жалко. Вот когда они вот так болеют, очень жалко. Где-то запнулась. Может, даже ночью. Кто напугал? Может быть, опять кот ходил тут чужой. Ну вот, мало им. Сейчас еще принесу пшенички. Смотри, смотри, что делает, смотри. Иди, моя хорошая, иди. Не торопись, не торопись. Неужели у нее в бедре где-то? Бедненькая моя. Красота. Не торопись, иди, не торопись. Смотрите, как красиво на горе солнце светит. Ой, какая прелесть. Какая красота. Представляете, вот так вечером сесть на лавочку и смотреть природу. Вон гусынька плачет как. Солнце светит с запада на восток, солнце садится.
все ярче и ярче. И мне кажется, прям... Нет, я думала, радуга. А там дым поднимается. Кто-то печку топит. В бане. Вон наш бор. За крышами он там. Красиво как. Ну вот, а гусынька упала прям, шлепнулась аж. Маленькая моя. Сиди, не ходи никуда. Тега. Скоро солнышко сядет, уже и такой красоты не будет. Ну вот, вы что меня дергаете? Ой, не дергай меня. Ну. Что творят, а? Смотри, что дергают мне подол. Ну. Щипает, ущипает. Ну вы чё?